Тем временем в Нижнем Новгороде установили еще одну станцию для зарядки электромобилей. Расположена она у торгового центра «Жар-птица». Ее протестировали участники автопробега на электрических автомобилях, которые направляются из Санкт-Петербурга во Владивосток. Им предстоит преодолеть 11 тысяч километров. На ЭЗС одновременно можно зарядить два автомобиля с разными стандартами разъемов. Процесс зарядки проходит через приложение, которое можно скачать по QR-коду, изображенному на платформе станции. Весь процесс зарядки и оплаты также контролируется через приложение. Владельцу автомобиля остается только выбрать зарядный порт и вставить вилку в разъем. Напомню, что в Нижнем Новгороде для электромобилей уже работают станции на речном вокзале возле стадиона Нижний Новгород и на территории Нижегородского аэропорта Стригина. Планируется, что до конца года в Нижнем Новгороде будет работать 10 станций для подзарядки электромобилей. На данный момент определили более 80 мест, технически подходящих для размещения станций, а также уже разработан типовой проект для их установки.